Временная потеря чувствительности, онемение обычно возникает из-за сдавливания нерва. Внутри сдавленного нерва нарушается кровообращение, из-за этого возникает недостаток энергии, нерв прекращает работать. Чем можно сдавить нерв и вызвать онемение? Собственной массой, то есть отсидеть-отлежать, деформированным межпозвоночным диском при остеохондрозе, распухшими тканями при отеке. Отек, в свою очередь, может возникать при беременности, при туннельном синдроме, из-за интенсивной работы мышцы и сухожилия, при почечной недостаточности, при сердечной недостаточности. Что делать, если нерв не пережат, но руки все равно немеют? Возможно, нервы отключились из-за недостатка питания во всей конечности. Недостаток питания может наступить после интенсивной работы, после судорог, при нарушениях кровоснабжения, например, при тромбозе вен. Возможно, это не нервы, а мозг помаленьку отключается из-за гипервентиляции, из-за нарушения мозгового кровообращения. Опасна следующая стадия – инсульт. Микроинсульт уже произошел, пока он еще микро, срочно в больницу. При сахарном диабете избыточная глюкоза связывается с белками крови и кровеносных сосудов, что нарушает их работу.